Всем привет, уважаемые подписчики! Хотелось бы напомнить, что первый сезон сериала «Потерянный» состоял из 16 серий. Александр Робок в настоящее время является действительно очень востребованным актером. За его плечами огромное количество киноработ. Поклонники актера ждут каждую премьеру с огромным нетерпением. Ведь участие Александра в сериале или фильме – залог рейтингового проекта, о чем и говорит данный сериал. Как заметили внимательные зрители, в главных ролях играют настоящие родственники, а именно отец и сын Александр и Арсений Робоки. И это их не первый совместный проект. Отец и сын снимались также в сериалах «Война семей», «В кейптаунском порту», «Городские шпионы» и многие другие. Правда, у Арсения были лишь небольшие эпизодические роли, в отличие от его отца. Так вот, съемки сериала стартовали в сентябре 2019 года. Местами локаций выступала Москва, Московская область и Минск. Вы наверняка с нетерпением ожидаете даты выхода 17 серии, а именно 2 сезона, премьера которого может состояться весной 2022 года. Но это еще не точно, так как официальных заявлений от режиссеров еще не поступало. Но надеемся, что продолжение все-таки они выпустят, так как данный сериал действительно оказался рейтинговым.